Завтра, 1 сентября текущего года, в силу вступает приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации об утверждении порядка ликвидации посадок либо семян сельскохозяйственных растений, где выявлено наличие ГМО. Он устанавливает правила уничтожения посевов, которые предназначены для производства семян и воспроизводства растений, где по результатам анализа на наличие ГМО аккредитованными органами инспекции оформлено заключение о наличии или отсутствии в семенах ГМО по форме, утвержденной приказом Минсельхоза страны от 13 февраля текущего года. Данный порядок распространен на принадлежащие владельцу посевы и семена, где выявлено наличие ГМО. В исключение попадают семена для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ. Ликвидация семян или посевов генно-инженерно модифицированных организмов будет проходить при установлении территориальным органом Россельхознадзора. Отметим, что если хозяин посевов в срок не принял необходимые меры по уничтожению, то в этом случае территориальный орган управления обратится в суд с заявлением о принудительном уничтожении собственником посевов или семян с ГМО.